Тем временем в Сузунский лагерь вновь приехали гости из Австралии. Волонтеры с далекого континента гостят там ежегодно. Общаются, играют с детьми, для которых они давно стали добрыми друзьями. Подробности далее. Как шнурки завязывать, знаете, да? Основы выживания в дикой природе от жителей Австралии. Норман Хантер снова учит русских мальчишек и девчонок премудростям. В Сузунский загородный лагерь он вместе с супругой, детьми и внуками приезжает уже 8 лет кряду. Каждый год он очень особенный. Россия просто неисчерпаемая страна. Здесь много глубин. И мы встречаем многих детей снова и снова. И дети растут, и это очень здорово видеть. Международные смены в лагере «Патриот» уже традиция. Здесь были представители Индии и Китая, но австралийцы – гости особые. Норман приезжал сюда сначала с супругой и детьми. Сегодня уже его внук Эзекил вместе с дедушкой заводит русских друзей и не перестает удивляться. Да, у меня здесь очень много друзей. Каждый раз они постоянно меняются, каждый раз они новые. Австралийцы в лагере ждут с нетерпением каждый год. Вчерашние их воспитанники сегодня сами стали вожатыми и знакомят малышей с гостями с другого конца света. Да, они нас обучают новым играм, вожатым это наоборот, копилку игр. Они учат детей, они рассказывают о своей культуре. Дети просто не отлипают от них, они все время ходят за австралийцами. Изучение австралийской культуры, традиций и обычаев, но самое главное – это погружение в язык. Школьный английский помогает при общении с иностранными гостями. Можно и произношение улучшить, и узнать много интересного. Уже через несколько дней австралийцы отправляются домой, но они обещают обязательно вернуться в следующем году. Евгения Емельянова, Илья Чалых, новости ОТС.